Здравствуйте, здравствуйте, ассаламу алейкум, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Матиус из Африки. Если вы новые, не забудьте подписаться и поставить лайк. Я очень долго ждал этот момент приехать в деревню, наконец-то я сейчас в деревне, как вы видите на фоне меня, что все очень прямо. Я наконец-то приехал в деревню, здесь в гости у друга, потому что меня позвали. Это сегодня мой первый раз летом здесь в деревне, поэтому я вам покажу, как тут люди живут и какие ежедневные мероприятия. Посмотрите, что происходит на фоне меня, поэтому мы будем посмотреть, как все это. Я хочу, вот я приехал сюда ночью, поэтому тут это люди меня встретили, как всегда. Тут очень много еды, и это обожаю. Да, особо то, да, ну, мы там Я хочу поблагодарить сегодняшний спонсор, это Шенбин. Ребята, если вы любите качественные кроссовок и кенди, в Москве открыли новый магазин, называется Шенбин. Хочу вам показать, какие кенди я себе купил. Шенбинс – это магазин мужской классический отдел, также можно найти широкий выбор кенди, кроссовок и так далее. Поэтому вы можете также покупать онлайн, они такие удобные, посмотрите. Я вообще себя очень комфортно чувствую в этот обувь. Поэтому, если вы смотрите не из Москвы, а также вы можете покупать онлайн доставку бесплатно по всей России. И все детали в описании видео. Как говорится, что в деревне работа начинается рано утром. Тут одеваю горошки, это обычно все люди одевают в деревню именно. Летом. Что мы делаем сейчас? Это вот там внизу они хранят картошка. Там это вот у друга сестры, ее зовут Мира. Тут надо, короче, собирать картошка там, и мне сказали, что там картошек может лежать даже почти один год. Поэтому я обожаю деревенскую жизнь, потому что все натурально, все очень чисто. Откуда вы смотрите этот видос, пишите в комментариях. Это сегодня официальный мой первый день в деревне, именно летом. Посмотрите, везде очень зелено, мне очень нравится такую жизнь. Поэтому в следующем видео, я думаю, что тоже мне надо быстро адаптировать этой жизни, чтобы вам показать, как могу адаптировать к этой жизни здесь в деревне. This is a lady who is in charge. She's a man and a lady at the same time. You close it. После этого, конечно, надо почистить картошки, потому что мы готовим обед. Я сегодня чисто просто как помощник, я буду помогать
что именно тут, что она будет готовить, пока другие, они на улице занимаются своими делами. Тут, в деревне, каждый человек есть чем-то заняться, просто сидеть тут невозможно. Поэтому думаю, что тут время для меня будет очень-очень быстро летит. Пока я вот тут картошка чищу, она тоже делает эту штуку, я не знаю, как это называется. Ну, тесто, короче, да, ой, русский язык. Это тесто, что-то интересно, мы будем готовить. Поэтому за старание поставьте лайк. И если вы новые, не забудьте подписаться на этот канал. И еще тут посмотрите, что я там, короче, тоже тут картошка и так далее. Это просто, что я хотел, потому что тут все очень, ну, натурально, как я сказал. И даже просто можно сказать, что воздух здесь прямо свежий. Что еще дальше мы делаем? Посмотрите, что она делает. Это маленький круглый тест. Вот что я имел в виду. Потому что это уже второй этап. Это что она делает, выглядит как называется это? Бабочка. Да, можно сказать, что бабочка. Думаю, что мне тоже стоит попробовать, потому что говорится, что когда человек куда-то езжает, надо то же самое попробовать, что другие люди они делают, или что местные они делают, потому что мне очень интересно все это попробовать. Одновременно я хочу сказать спасибо большое, что вы всегда смотрите мои видосы, что всегда вы поддерживаете мой канал, потому что без вас думаю, что этот канал вообще не было. Поэтому я всегда благодарю, что вы найдете время смотреть мои видосы, потому что еще будут много контент именно из деревни, как здесь люди живут. Наверное, вы спрашиваете, где это Октябрьский район. Здесь деревня называется Сидящая. Да, Сидящая деревня, Октябрьский район. Так, Мира, так, Чукрушка, что тоже Маришка здесь помогает
маме, что она делает. Вот поэтому так люди живут в деревне, что каждый человек есть работа, каждый человек помогает кому-то. Из-за этого я люблю деревенские жизни, потому что в деревне люди особо не говорят, что это меня не касается, они помогают друг другу, что я заметил. Это можно просто сказать, что единый народ. Теперь это моя очередь тоже делать это маленький круглый тест. Цените мою работу с 1 до 10, как это делаю вообще. Если что, это мой первый раз. Я вообще никогда не делал такие штуки. Но как говорится, что все бывает впервые, все так и есть. Поэтому надо попробовать, когда есть возможность. Если что, мы готовим татарский традиционный еда, если я не ошибаюсь. Она мне показала, как это надо все делать. Теперь то же самое, это тесто мне надо делать, как она делает. Она сидит здесь и показывает, как это все правильно делать. Сначала мне так страшно, потому что просто в жизни так не делал. Я просто видел, как мои сестры, они делали такие тесто, но на самом деле я сам не пробовал или старался делать. Зато что я сейчас в деревне, мне стоит попробовать, мне стоит это делать, потому что я создаю просто незабываемый момент. Если вы тоже живете в деревне, пишите в комментарии, как вам там жизнь, чем вы обычно занимаетесь каждый день. А тут есть очень много дел, если что. Поэтому следите за следующий видос, который я буду вкладывать в деревню, потому что много чего-то мне надо попробовать. Вот она то же самое помогает и показывает, как надо правильно это все делать. Если человек впервые делает, самое главное это иметь терпение. Тут для меня терпение хватает на это, хотя я очень медленно все делаю, потому что надо это готовить и все, чтобы до обеда успеть покушать, потому что другие люди, они еще ждут.
Лично, что я научил здесь, что если ты что-то смотришь издалеко, всегда показывает, что очень легко делать. На самом деле, это очень сложно, когда твоя очередь или твоя очередь это делать. Посмотрите, я думаю, что это просто. Очень легко делать это тесто, чтобы делать это круглый. А маленький тут надо какая-то техника, чтобы тесто было не жирный или вообще плотно. Надо толщина, чтобы была маленькая. Посмотрите на фоне меня, и там тоже Маришка что-то она делает, потому что мы здесь помогаем друг другу. Я очень доволен, что я это пробовал. Теперь надо проверять, если все нормально, если я все правильно делаю, потому что тут может быть неправильно, там толщина и так далее. Это она будет сама проверять. Но это чисто деревенская жизнь из России. Вот она. Тут говорит, что что-то не так, надо еще делать. Внутри меня я типа ой-ой-ой, думаю, что очень легко. А на самом деле, все очень трудно. Но все равно надо это делать, потому что мы живем один раз. Нормально. Курица. Конечно, да. Посмотрите окончательно результат. Очень красиво, даже круто, чисто и четко получилось. Это кто сделал? Who made this? Это мы сделали. You and my sister? Yes. О, молодцы, well done. I thought that I couldn't do it. Yeah. Папашка. Давай, давай, ручки. Здравствуйте. What are you doing, huh? I'm putting the baby on the bouncer. It's going to be bouncing? Yeah. Okay. Шаг мой на кого курить? Yeah. Ясмин. You can see the baby is bouncing. The baby bouncing. Капуши нома на гарум панатан. Надо Это для гаш.
Это вот фотограф. Жарит топчан ваш? Семейный фотограф. Давай. Поцелуй. Пока не готово, не надо. Это вот, что мы приготовили. Конечно, это традиционная еда тут. Катошка, тут еще мясо. Баранина, если я не ошибаюсь, только осталось поставить жарный рук, который уже поставили. Очень вкусно, очень даже интересно, что я принимал участие в этом мероприятии. Посмотрите, как это выглядит сразу после этого. Уже вечером, тут вечером где-то 7 часов. Теперь надо покормить курица. Тут у них есть курица, у них есть гусь, у них есть корова. Поэтому ждите интереснее контент. Теперь надо смешиваться это, чтобы накормить бройлера. Это еды, там есть катошка, там еще есть такие добавки, которые вообще очень полезны для курицы. Это мой у друга сестра, она все сама делает, потому что она очень хорошо умеет все делать. Могу сказать, что то же самое. Очень разносторонняя девушка, как она тут живет и как вообще она адаптировала к этой жизни. Вот, я думаю, что в следующий видео я тоже так буду делать. Поэтому не забудьте поставить лайк за это крутой контент из деревни здесь в России. Вот теперь, что я буду делать то же самое, наверное, почти каждый день. Ты знал? Голова, видишь, стоит на месте? Ага. Ну, как говорится, что у всех есть конец. Это мой первый день в деревне. Стараюсь тоже адаптироваться к этой жизни. Я хочу сказать спасибо большое, если вы смотрели это видео до конца. И спасибо большое за то, что вы всегда смотрите мои видосы. Если вы хотите поддержать этого канала, у меня все в описании видео, я буду благодарен. Как вы знаете, что в России вообще отключили монетизация, тут ничего не работает практически. Спасибо, я очень благодарен человек. Увидимся в следующем видео. Это был Матиус из Африки, страна называется, но сейчас в деревне здесь в Москве. Всем пока-пока, goodbye, до свидания.